Пенза во время Великой Отечественной перешла на военное производство. Каждая четвертая мина, авиабомба и артиллерийский снаряд, изготовленные во время войны, несли боезаряды, произведенные в Пензе. Здесь же родился Семен Григорьевич Байков, первый герой Советского Союза среди воинов инженерных частей. Во время отступления он не позволил фашистам настигнуть советский дивизион, взорвал мост вместе с врагами и погиб сам. Спасибо, Семен Григорьевич. Пенза. Спасибо за победу.